Эти лады такие же свежие, как и продукты, которые они будут возить в образовательные учреждения. Комбинат школьного питания «Глобус» обновляет автопарк, чтобы не допускать задержек поставок. Мы запустили программу модернизации автопарка на ближайшие 5 лет. То есть сейчас мы получаем первые 4 автомобиля, и каждый год мы планируем обновлять еще по 4 автомобиля. Тем самым за 5 лет полностью заменить весь автопарк. Сейчас в автопарке комбината около 20 автомобилей. Большинству из них по 15 лет. За годы эксплуатации они наездили сотни тысяч километров. Поэтому ресурс понемногу подходит к концу. А ведь из-за неожиданных поломок кто-то может не досчитаться продуктов. Поэтому обновление было необходимо для улучшения качества перевозок. Это современные автомобили, которые соответствуют всем нормам перевозки продуктов. Продуктов школы. Очень удобные для водителей, экономичные, обладают большой повышенной грузоподъемностью. Ну, удобства, конечно, ощутимы. Во-первых, сидушки после 10-летних автомобилей, как бы сами понимаете, что с сиденьями происходит. И как бы садишься сюда, уже спина отдыхает даже так. Половина из новых машин оборудована холодильником для перевозки мяса и рыбы. В остальных, простых версиях, возят сыпучие продукты. Грузоподъемность одной машины более 600 килограммов. Хватит, чтобы накормить всю столовую. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.